поздравляю вас с началом нашего бегового сезона 2011 года. Желаю вам всем здоровья. ЗАД, харьковская команда ветеранов, первый раз приняла участие в чемпионате Европы по легкой атлетике среди ветеранов в Будапеште. 140 человек харьковчан, вдумайтесь, участвовали в этих соревнованиях. Ветеранов становится все меньше и меньше, но мы рады, что подрастает новое поколение, их дети, внуки, правнуки. Чем хороши наши соревнования? В этих соревнованиях могут посоревноваться отец с сыном, дедушка с внуком и даже прабабушки с правнуками. Кто будет самый молодой в этом году, определим по итогам соревнований. Еще раз вам здоровья, счастья. Восемь кругов осталось.
Интервью номер один. Представьтесь, пожалуйста. Николаенко Галина Тимофеевна. Мастер спорта. Да, мастер спорта. По легкой атлетике, по лыжным гонкам и по велоспорту. Да, сегодня интересная получилась борьба, потому что сражались молодые поколения вместе со мной. И за девочку болел весь манеж, поэтому было тяжеловато. Но я вообще-то предполагала, что надолго ее не выдержит. Думаю, ну, 2 километра продержится, а потом начнет сдавать. Так оно и получилось. То есть опыт, конечно, сила воли, они побеждают в этом случае. Довольна ли я результатом? Не совсем, конечно. Летом я иду на минуту лучше. Вот. А зимой у меня очень много времени отнимает лыжная подготовка. Зимой у меня лыжи. Это в этом году я пропускаю чемпионат мира по лыжным гонкам, потому что он в Канаде очень дорого стоит. А так у меня каждый год я выезжаю на чемпионаты мира. В этом году вот пропускаю, ну и выступаю в спортивной ходьбе. А ваши планы на будущее? Ой, будущее, у нас много планов. В этом году по легкой атлетике, если взять, то будут всемирные игры ветеранов. Вот. Потом чемпионат Европы, чемпионат мира. Ну, чемпионат мира, поскольку далеко и дорого, я не поеду. А вот всемирные игры ветеранов и чемпионат Европы во Франции, я думаю, что я буду участвовать. Тем более, что прошлый год был очень удачный для меня. Я стала чемпионкой Европы в спортивных на 10 километров вот, в Венгрии 18 июля. Вот, так что будем бороться, будем продолжать. Подожди, я пойду гляну дорожку. Кажется, да?
Интервью номер два с президентом Союза ветеранов спорта Харьковской области, мастером спорта по легкой атлетике Зудином, Зудин Николай Яковлевич. Сегодня в 10-й раз Манеж ХТЗ принимает открытый чемпионат города Харькова по легкой атлетике среди клубов любителей бега. За это время, за 10 лет, уже можно подвести какой-то итог. Ну, в начале первые 10 лет, когда только начинались, соревнования очень большой популярностью пользовались среди ветеранов. Постепенно пошло на затухание. Но сейчас опять начался небольшой подъем, поскольку мы к ветеранскому движению разрешили примкнуть внукам, детям, ветеранов. Короче говоря, к ним дальше пошли молодые спортсмены за ними. И у нас сейчас участвует это соревнование, специфика этих соревнований в том, что в одном забеге могут помериться силами отец с сыном, дедушка с внуком, что и было сегодня. С большим трудом мастер спорта Сергей Голиус выиграл у собственного внука на финише 60 метров. Вот. Соревнования все равно у нас, несмотря ни на какие изменения, пользуются популярностью. Поддерживает нас и городское управление по физкультуре, и областное. И особенно большое спасибо хотелось сказать руководству клуба ХТЗ, спортклуба, которая всегда нам на безвозмездной основе предоставляет возможность зимой провести эти соревнования. Какие планы на будущее, пожалуйста, планы на будущее? На будущее планы наращивать участие в этих соревнованиях жителей Харькова, побольше рекламы сделать, чтобы каждый желающий в будущем году мог принять участие в этих соревнованиях. Эти соревнования открывают наш сезон легкоатлетический 2011 года. Буквально через пару недель первый пробег на улице. По любой погоде состоится 20 февраля в 11 часов дня возле кинотеатра «Парк Старт». Это наш уже 25-й пробег, посвященный Дню защитника Отечества. Приглашаем всех харьковчан, взрослых и детей принять участие в этом пробеге. Дистанции там на любой возраст, на любую подготовку, от 1000 метров до 15 километров.
Таня, уйди! Старт здесь, а ты... А, ее один... О, так это один запросил на закрыть, и все. Это тройка. А тебе сколько лет? 48. 62. А где ты живешь?
А там на электротяжах, возле электротяжа Маш. Тренировался на электротяжах Маша, а потом на Динамо. Озвучь. Сережа, ближе, ближе, Сережа!
интервью номер 3 с главным судьей соревнований Маркова Татьяна, мастер спорта по марафонскому бегу. В легкоатлетическом манеже ХТЗ закончились соревнования по легкой атлетике по следующим видам. Спортивная ходьба 3000 метров мужчин и женщин, 60 метров мужчин и женщины, 200 метров, 400 метров, 800, 1500, 3000 метров, а также толкание ядра и прыжки в длину с разбега. Абсолютными победителями на данных дистанциях стали Николаенко Галина в спортивной ходьбе на 3000 метров, которая показала результат 18 минут 20 секунд, и Архипов Вадим. В толкании ядра победила Диана Геневская, 9 метров 10 сантиметров, 60 метров абсолютно выиграл Богдан Чубина, 7,4 секунды, Жилина Юлия, 8,7 секунды. 200 метров у мужчин 24,5 секунды показал Луняк Сергей. У девушек Перекрест Ольга 28,9 секунды. Толкание ядра выиграл Сиротенко Борис 11 метров 55 сантиметров. По прыжкам в длину с разбега Сергей Кизиев показал результат 4 метра 95 сантиметров. И Анна Снеговская 4 метра 29 сантиметров. Всего участвовало в наших соревнованиях 111 человек. 400 метров победили Снеговской Андрей, 1 минута 00,1 секунды, и Анна Черновая, Чернова, 1:01,11. Татьяна Худолей победила в беге на 800 метров. Ее результат 2 минуты 41,4 секунды. Дмитрий Бекулов 1:56,3 секунды. На 1500 метров финишировала первая Татьяна Кузубова. Ее результат 4 минуты 55,1. И Константин Пышняк 4:25,7 секунды. 3000 метров абсолютно выиграл Игорь Вахно 8:59,4 и Елена Горбань 11 минут 45,7 секунды. Вот так закончились сегодняшние соревнования по легкой атлетике. В них участвовало большое количество участников от самого маленького 7 лет и самого старшего 86 лет. Интервью номер 4. Представьтесь, пожалуйста. Игорь Ивахну. Откуда вы? Я из клуба любителей бега, марафон клуб Харьков, Зудин тренер. Да, совершенно верно. Вы правильно вначале сказали. Я показал свой уровень. Примерно так я и бегаю, и, пожалуй, раньше бегал. Дело в том, что это не все моя дистанция. Я бегаю более длительные марафоны и так далее. Поэтому я выступаю так, наверное, уже пару лет с таким результатом, 9 минут 3 километра, то есть я бежал достаточно ровно, по 3 минуты километр. Не знаю, как мои соперники, участники, действительно, раньше, в самом начале я слышал за собой дыхание, кто-то за мной держался, а потом, видать, не смог так идти, и поэтому второй-третий километр я самостоятельно бежал, четко по времени, по 3 минуты километр. Вот, собственно, и все. А скажите, результат, как вы... Отличие вот результатов тех, сейчас результат, который вы показали, насколько он лучше или хуже, довольны ли вы своим результатом и насколько он, вы показали лучше для себя результат, а может лучше? Как в этом плане? Результатом я в целом доволен. Хотел, конечно, последний километр чуть набежать, но получился довольно ровный бег, 36 секунд круг и 3 минуты километр. И так постоянно. Ну, немножко не хватило, может, надо было немножко упереться, но так вышло. Какие планы у вас на будущее? Продолжать бегать, ну как? Нет, ну планы на этот год, вот эти соревнования, вот, пожалуйста. Планы лучше... Нет, ну, на 3 километра у меня такие же планы остаются, бежать где-то на уровне первого разряда, а готовлюсь к марафону. Где он будет проходить, пожалуйста? Марафон, по крайней мере, Харьковский марафон 23 августа, из года в год. Ну и как-нибудь, какие-нибудь другие украинские марафоны.